Опа. Мне заплатят за это хотя бы потом? Так, передо мной такой дядя Олег. И с молотом, я не знаю, огнеметчик пускай будет. Он больше похож на шахтера. Я сам с шахтерского города, поэтому понимаю, о чем речь. Пойдет сейчас ковать диски для своей восьмерки. Ну, очевидно, это его младший брат, и он ест меньше каши. Это тоже такой же дядька, только он уже с пушкой, и этот больше на огнеметчика похож, чем прошлый. Это закос под пушкаря какой-то. Его зовут Марат. Разработчики украли у нас идею. Еще один горящий дядька, ну, только с бомбочками. О, это Ифрит из БЗТ. Ну, очевидно, это их дед. Я не знаю, взрыватель какой-нибудь. Кусок дракона на Ифрите едет. А он держит его за пасть, что ли? А он его может снять? Это крутой мужик, у него огнемет в виде головы дракона. Это супер огнеметчик будет. Какая-то семейка огнеметчиков. Очевидно, что вот эта голова сверху, она, ну, не живая, типа, да? Типа он не управляет рукой, как вот марионетки, знаете, там, аф-аф, вот это вот. Но у него и ног нет. Он типа плавает. На фонтанчике он, этот ВДВшник, вздрыжник подходит для этого. Который ноги такие, ноги не ноги, который фонтанчик. Так он пусть будет фонтанчик-вздрыжник. Это нормальное имя? Чешское, да. Чешский пивовар. А он как раз пиво разливает из дракона из своего. О, это ледяной мужик. Вот этих я люблю, они все ледяные, прям вот как по мне. Я не знаю, как он, фрост-лорд пускай будет. Он слишком широкий, здоровый, лицо у него такое широкое. Мистер Хайзенберг. У него полно кристаллов, очевидно, он знает толк в мете и в химии. Мне не нравится. Еще во лбу какая-то звезда горит у него. Блин, как холодильники назывались? Атланты? Пусть он Атлантом. Только не Атлант, который там держит землю, а холодильник. Две чашечки такие. Это то, что нужно девушкам в этом сезоне. Ледяная тетя. Ледяная тетя. Я не знаю, это бесполое существо какое-то с дыркой в груди. Мне за него, честно говоря, страшно. Это какой-то водяной маг. Он похож на охранника ночного клуба. Когда ты приходишь, он такой: вы не проходите. Или злого почтальона. Это брат вздрыжника. Только он родился в другом месяце, и у него другой этот знак зодиака. Или бабушку, которая сидит на почте и такая: что? Ваша посылка, ничего не знаю. Или на сотрудницу Сбербанка. Где получали карту, там и деньги получаете. Вот это вот водяной маг, а просто был какой-то элементарь непонятный. Хорошо, вот это пускай будет водяной маг. Это чувак похож на персонажа из третьего Текена, который вот финальный босс уже. Блин, ног у него нет, тот тип ногами дрался классно. Но у этого ног нет, но очевидно он посохом своим фигачит всех. Это тоже друг их, брат Фонтанчик. Это деревянный дядька. Человек-деревянный бизон. Сразу внимание привлекает этот зайчишка наверху. Но очевидно, что в этом зайчике спрятан мозг. И на самом деле вот этот зайчик управляет вот всей этой громадиной. А на голове, ну, либо это такая модная прическа, либо, знаете, вот здесь рыба-молот. Это мать природа пускай будет. Она стреляет деревянными стрелами в своих врагов, деревьями. На флангах сейчас посмотрим за атакой. Так. Подбор за нами, Зобнин, с рикошетом от газона! Да. Ну, вот эта девушка прям такая, она какая-то недобрая, и татуировка тоже во лбу звезда горит. У меня была одноклассница, у нее была такая же какая-то ерунда на лбу, я не понимал, что с ней. Постоянно ее троллил, но грибочки, конечно, растут не очень хорошо. Это какой-то дух леса, он с щитами, он защищает, наверное, всех зверюшек особенностей. Опа, такой наивный дурашка. Это какой-то сумасшедший кентавр жуткого вида. Ну, в общем, это, видимо, какое-то ездовое животное для этих титанов. Орангутан, он будет пузидеревце.
Его бы могли звать какой-нибудь Дендрариум. Дендрариус. Дендрий. Дендрейтянин. Дендроид. Похож на моего деда, когда тот хомяков травил шашками дымовыми в огороде у себя. Хомяки. А вот это мистер подбородок какой-то. У него два каких-то, даже не мечать, какие-то лопаты. Копатель пускай будет. Помните, был в Крэше такой чувак, у него была еще татуировка. Почему-то я смотрю на его черепушку, и у меня прям сразу в голове всплывает Крэш. Какая дамочка. Спайдер-вумен пускай будет. Она пленит каких-то мужиков, я уверен, с такой внешностью. Голова ребенка, как будто ребенка укусил паук, а вот он на следующий день стал вот таким. Это Кабанус. И тут главный герой, вот не вот этот зеленый, а сам Кабанус. А они, кстати, может быть, и срослись уже там. Октаругар какой-то на хряке. С топором. Зачем он такая сумасшедшая челюсть металлическая, квадратная ко всему же? Ну, в общем, да, это будет Орк-Хог, потому что он на свинке. Тимон и Пумба на максималке. Росток картошки переросток. Что это? Картоплянник. Это корень зла. Очень жизнерадостный, посмотрите на его веселые глаза. Доволен жизнью. Мама, мама, посмотри, какой шлем я себе купил. Мама, мама, посмотри, мне дантист вырвал заднюю семерку. Череп предыдущего дантиста вот у него висит на правом плече. Похож на моего коллегу. Филипп зовут. Он тоже, мне кажется, такой же голодный вечно. Мутанты все. Какие-то ободранные крылья. Ну, сходи на массаж. Сходи и подлатай свои крылышки какой-нибудь драконий салон. Ты дракон, в конце концов, или кто? Это покемон. Это стремительный такой холодильник. Он был ледяным, а теперь пламя потихонечку начинает его поглощать. И вот у него уже мордашка и крылья захватываются огнем. Но мне очень нравится, как нарисовано. Я бы такую фигурку хотел себе домой. Или машину привязал бы вот на веревочку, она так на зеркалом бы моталась. Еще из этого можно свистульку сделать такую, знаете. А тут надо, наверное, еще пару японских девочек в юбочках школьных. Тогда неплохой аниме получится. Это мечта японских девочек. Это по-любому как моя соседка, которая выгуливает трех своих чихуахуа, и они все время на меня набрасываются. Очевидно, он очень устал, потому что на нем буквально нет лица. Трехголовая ледяная собака, которую управляет рогатый безликий чувак. Господин, очевидно, сидит на диете. В руках у него ножка куриная. Просто 3 часа ночи, холодильник. Он достает куриную ножку и начинает ее просто жадно грызть. Крутой дядька с огромными рогами, с непонятными крыльями и в повязке набедренной, который привлекает все самое нужное. Прикрывает. Не привлекает. Супер демон какой-нибудь с булавой пускай будет. Он просто всех выносит. Пушкарь? Это пушкарь, какого черта он тут делает? Это идеальный гном. Сразу видно гений дизайнерской мысли. Посмотрите на деталь. Все прорисовано. Какие на бороде узоры. Это просто выше всяких похвал. У нас положить пойдем. Зачем? Че? А кто еще?